Привет, дорогие мои, с вами Дыга Лариса, и сегодняшнее мое видео посвящено покупкам. Причем в виде косметики много чего хочу рассказать и показать. Вот эту сумочку, лак и дезодорант заказала моя сестричка. Интересные продукты, новые, поэтому взяла вам показать. Вот эту сумочку и вот эти часы я получила по акции, и так как я вам их не показала в том заказе, когда получила, решила показать сейчас. Часы, конечно, очень крутые, они такие брутальные, такие стильные, очень дорого смотрятся, такие тяжеленькие, на руке прям чувствуются. Вау, кристаллы Сваровски, кстати. И механизмы работают идеально всегда в орифлеймовских часах. А вот такая сумочка, она была еще с шарфиком, но шарфик не стала доставать, видите, подклада внутри, карманчик на молнии, брендированный, как всегда. Так, сумочка по каталогу. Во-первых, я в восторге от летней коллекции аксессуаров, которая в этом каталоге. Это не весь мой заказ, я буду еще заказывать. Никак еще не определилась, что хочу взять за полцены. И Life Plus еще не заказала. В общем, еще ждут меня приятные покупочки. Сумочка на кнопочке. Хорошо, кстати, магнитик держит. Очень приятная на ощупь, очень добротно сделанная, очень качественная. Внутри тоже под замш, в общем, вся подклада такая. Также есть карманчик на молнии, брендированный логотипом Oriflame. Мне в этой сумочке очень понравилась ручка. Я вообще в восторге от того, что сейчас сумочки имеют ручки на карабинах. Я это так полюбила. Я снимаю эти ручки, одеваю их на пояс в брюки. Вот эти вот цепочки, сейчас очень модно цепочки, можно прицепить ее на ремень, опять же, чтобы было много цепей. И на шею можете одеть. А вот это браслетик. Представляете, вот такая сумочка и браслет тон в тон. Это в одном стиле будет, это очень красиво. И несмотря на все вот эти ноу-хау, сумочка смотрится очень элегантно. Дезодоранты. Кстати, вот это, девочки, это пинцеты. Я вообще в них влюбилась. Это прям вот отдельная история. Оставлю напоследок рассказать. Дезодоранты. Сестричка выбрала вот такой, зелененький. 48 часов защита. Ой, очень нежный, приятный аромат. Вообще, я уже три аромата протестировала из этой серии. Все ароматы очень удачные. Свежий. Может быть, даже цветочный. Но не скажешь, что цветочный. Ярко выраженной зелени нет. Свежий. Очень приятный. Прям вот очень. Я же для дочки заказала дезодорант с защитой в 72 часа. Кстати, это не значит, что вам 72 часа не надо мыться и все такое. Это значит, что интенсивность этого дезодоранта будет выше. А на ночь обязательно все дезодоранты смывайте. Никогда не спите с дезодорантом. Ваша кожа должна работать, токсины должны выходить. Вот этот аромат, я думаю, заимеет огромное количество поклонниц. Он пахнет фиалками или нежной сиренью. Он не дурманящий, он мягкий, свежий, приятный. Я сегодня с ним ходила, и когда пришла, вы знаете, да, аромат не выветрился. Вот он такой и есть, вот цветочный, приятный, нежный. Действительно, эти шарики расхлопываются и высвобождают тонкий, приятный аромат. Классная коллекция, прям вот мне понравилась, очень удачная. Также сестричка заказала вот такой лак. Это лак Гранат 37900, его код. И в каталоге он вот он. На картинке вот здесь более красный оттенок, как и на ноготочке. Вот здесь сбоку фуксия. И вот он такой, как вот здесь сбоку, это фуксия. Если вы хотите красный, то знайте, это не красный, это фуксия. Красивая, насыщенная. Вот на камеру почему-то вот так вот он смотрится. На самом деле, что так кажется, что он белее. Нет, он насыщенная фуксия, красивая, даже еще насыщеннее, чем вот сейчас я вижу на камеру. Красивая, но не красный. Крем для рук заказала я, и сестричка тоже в заказе имела. Шикарная цена, большой объем, шикарный крем. 150 мл, защитный, на день очень хорошо ухаживает и оставляет очень долгое ощущение увлажненности рук. Причем интересно, вот у меня муж любит этот крем, он не любит ощущение пленки на руках, и этот крем ему нравится. В то же время видела отзывы, что девочки говорят, вот чувствуют его на руках. Вероятно, вот это чувствую,
весьма индивидуально. Заказала дочке праймер, базу под тени. Я уже такой пользуюсь. Она по своей текстуре очень и очень похожа на корректор под глаза, консилер. Тем не менее, совершенно другая формула и более плотно цвет ложится, выравнивается тон кожи лучше. И, конечно, тени хорошо держатся и лучше смотрятся. Ну, вообще, макияж получается идеальный, классная штучка. Вместо платы за доставку взяла вот такой карандашик. Для племяшки собираю косметичку декоративной косметики. Она увлекается макияжами. И классная цена, и серия уходящая, я так понимаю. Такое у меня ощущение, в общем, взяла. Термоустойчивая тушь. Обожаю термоустойчивые туши, причем обе черненькую. Вот это больше длину дает, загиб. Красивые реснички получаются. Черненькая больше объемная, смывается теплой водой, не текут. И в отличие от водостойкой туши, ими можно пользоваться каждый день. Водостойкую для ежедневного применения не рекомендуют использовать. В общем, шикарная тушь. Девочки, если не пробовали термоустойчивую тушь, ну вот прям очень советую. Взяла себе вот такое масло для волос, причем не для лечебных целей, а для красоты, для декоративных. Я хочу капельку этого средства выдавливать и наносить на волосы, ну, понятно, растерев предварительно его на ладонях, для того, чтобы волосы больше блестели. Сейчас я в путешествии, в дороге, поэтому большие банки с маслом или вот таскать с собой неохота. А вот этот маленький тюбик как раз самое то. И вы видите, можно вот этим пиптиком перевернуть, закрыть обратно тубу. Взяла сыворотку. Увлажняющую гидро, еще одну. У меня одна такая дома есть. Здесь решила взять. Для декольте специально. На лицо у меня сыворотка No Wage. Хотя, вы знаете, хочу попробовать ее использовать как маску. Она так классно увлажняет кожу, причем вот ощущение это буквально после первого применения. И у меня вы спрашивали, липнет или нет. Ну, во-первых, мне вообще ничего не липнет. Ни блески для губ, ни кремы, ни сыворотки, ничего. Я не чувствую, у меня нет такого ощущения. Или я лояльно к косметике отношусь. Я не знаю. Или я не трогаю лицо после нанесения сыворотки. Но вот вчера нанесла эту сыворотку специально на руку. Думаю, ну липнет или нет, хоть узнать, потому что не обращаю внимания. Если эта сыворотка одна нанесена, то есть небольшой эффект липкости. Но это даже не липкость, а ощущение геля. Текстура геля – это не липкость. И кожа сразу же увлажненная, становится ощущение влаги, прям молниеносное. И вот это ощущение липкости, ну, если его так называть, уменьшается, если сверху нанести крем. Сыворотка наносится всегда, в 100% случаях, под крем. Поэтому возьмите это на заметочку. И если вас волнует этот вопрос, то наносите под крем. Дочка заказала вот такие серьги. Я себе тоже хочу серьги. Ряд еще бижутерий хочу. В общем, еще смотрю, думаю. Я думаю, несколько каталогов подряд буду что-то себе брать. Дочка заказала вот такие. Я очень спокойно отношусь к бубенчикам, к бубончикам. Абсолютно спокойно. Но вот эти у меня не вызвали ощущения дешевизны или какой-то детской подделки. Шелковая нить, она очень элегантно смотрится, очень красивая. Прям такая, думаю, надо же, хорошо. И можно снимать этот бубенчик, и у вас будут просто геометрические кольца. И вот эти серьги объединяют сейчас в себе три тренда. Во-первых, бубенчики, во-вторых, кольца, а в-третьих, геометрия. Просто шикардос, наверное, поэтому дочка сразу на них внимание обратила. Молодежь, они тренды очень хорошо и интенсивно чувствуют. Очень мне понравились вот эти маски Royal Velvet. Буду брать однозначно, я, как видите, взяла пока что две и одну уже использовала. Я наносила ее исключительно на лицо, густым прям таким слоем получилось нанести ее. Здесь 5 миллилитров, да. Хватит ее на лицо и на шею. На два раза не хватит. Эффект, вот когда я ее смыла, первая мысль, вот сейчас кожа такая, какая она должна быть, как надо. Она и как-то побелела, и посвежела, и увлажнилась, и в целом стала выглядеть, не просто выглядеть моложе, она стала моложе. Молодая кожа, она всегда в лучшем состоянии. И вот эта сама структура кожи, что ли, поменялась.
понравилась. Для базового ухода, вот прям для регулярного очень мне нужна такая маска. Кстати, вот в юности у меня кожа жирная, такой потребности не было. Сейчас, чем старше становлюсь, тем больше кожа нуждается в питании. А что было, если бы я еще и Wellness Pack не пила? Кстати, Wellness Pack тоже заказала, у меня подписка оформлена. Скоро еще и мужу буду оформлять подписку, у него уже одна упаковочка осталась. Заказала еще одну упаковочку матирующих салфеток, одна у меня все время в сумочке лежит. А вторая, хочу, чтобы была на туалетном столике. Я стала промакивать кожу после тонального средства перед нанесением пудры. Именно вот такими салфеточками. Они не сдвигают макияж, они очень хорошо впитывают излишки масел, косметических средств и так далее, так как у меня дневной крем, потом с SPF-фактором, то есть сверху тональное средство. В общем, хочется качественного удаления излишних масел. Все-таки лето, и эти салфетки просто шикарные. Кстати, после них не пудрюсь. Нет такого желания. Просто беру в сумочку пудру, чтобы в течение дня припудриться. Но оно мне чаще лежит, чаще достаю именно салфетки. Эффект от них лучше, чем от пудры. Новиночка. Сначала думала не брать, потому что у меня крем с SPF 50, а потом думаю, интересно попробовать, да и на декольте как раз можно будет его наносить. Во-первых, когда я его достала из упаковки, боже, такая милая, приятная кроха, такой классный, удачный дизайн, прям вот приятно видеть его на туалетном столике, приятно брать его в руки. Было необычно, что здесь не помпа, не мягкий тюбик, который можно выдавить, а тюбик достаточно жесткий, который надо надавливать, чтобы выдавить что-то из помпы. Думала, будет сложно. Ну, не знаю, легко ли будет доставать остатки средства, но сейчас выдавливается без проблем, причем очень удобно дозировать это средство. Текстура легкая, распределяется легко. Сегодня нанесла как раз первый раз его на декольте. Чувствуется, что солнцезащитное средство. Вот они всегда по текстуре такие, как маслянистые или кремовые. Маслянистость есть какая-то, присутствует. Но вот видно, даже кожа блестит. Но тем не менее, ощущение легкости. На декольте вообще я нанесла. Было прям отлично, приятно. Хорошее средство. Посмотрим, как оно будет дальше в пользовании. Сейчас мне нравится то, что я вижу. Да, 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 да. Девочки, посмотрите, какая у меня штучка. Оказалось, я в своем путешествии без пинцета. И дома у меня есть пинцеты в изобилии. И если бы я не оказалась в дороге, то я бы этот набор не взяла. Это была бы печалька. Во-первых, я как-то проигнорировала, что там есть коробочка. И даже не читала, что тут есть зеркало. А тут есть зеркало. И оно, вы видите, выгнутое. Девочки, идеальнее я свои брови не видела никогда. Я, пожалуй, все макияжи теперь буду не только бровей, но и век делать именно с этим зеркалом. И в дорогу его буду брать. В общем, это совершенно нереальное зеркало. Оно настолько классное. Оно увеличивает. Оно не искажает. Оно просто шикарное. Настолько классно все видно. Это невероятно. И с этой стороны место для пинцетиков. Пинцеты отличного качества. Хорошо хватают. Прям такие хорошенькие. Отлично. С помощью них вырывать лишние волоски. Очень мне понравился вот этот пинцетик. Он тоненький. Им так удобно хватать волоски. Причем, интересно, я кончиком пробовала делать. И вот так вот плашмя, оно хватает прям несколько волосков вот между бровей. Прям, знаете, пушинки такие. Прям отлично. Очень довольна этим набором. Безмерно счастлива, что получилось его взять. Ну, получилось, пришлось. Потому что я бы реально его пропустила. Он бы прошел бы мимо меня. А это просто шикарная штука. Просто вообще улетная. Ну и покупки с прошлого каталога. Заказала крем для век. Невероятный эффект. Вы мне посоветовали наносить его как маску, потом промакивать излишки и наносить New Age. И я попробовала. Девочки, благодарю за совет. Действительно классно. Кстати, вообще очень шикарный крем. Отлично увлажняет, хорошо впитывается. Отеки убирают прям вот мягко и в то же время быстро. Прям отличный крем. Вот мне он даже понравился больше, чем Anti-Age 35 плюс Optimals. Ну, вот лично субъективные ощущения. Он как-то такой нежный, такой прям, короче, классный.
гель для душа, клубника. Вчера принимала с ним душ и думала, все-таки какой же этот гель шикарный. Девочки, если вы не брали, вот прям возьмите. Это рай. Я не знаю, моешься клубничным соком или что, но ощущение вот натуральной клубники, как будто ты ее ешь. Настолько приятно, настолько натуральный аромат. Ну, отлично пенится, отлично моет. Видите, еще скрабирующие частички есть. Спрей для ног взяла. Причем хочу его использовать, уже использую не как дезодорант, а именно как средство против усталости ног. Большой объем на лето как раз мне хватит. Лето, да, ноги устают. Я много хожу, я люблю ходить. И хожу всегда при первой возможности. Конечно, прихожу, ноги уставшие. И когда этот спрей хорошо снимает усталость. Взяла себе вот такую пену для бритья. Я на нее смотрела, когда она еще была новинка, но как-то пены были, и так и не взяла. А сейчас попробовала у сестры и взяла и себе. Она очень нежная. Прям вот нежнее, чем все пены, которые я использовала до этого. Вот прям ощущение нежности. При этом структура пены такая же густая, как обычно, но нежность, ощущение нежности, это просто, и аромат, древесные нотки, и свежесть, он волшебный, я в восторге от этой пены, я в восторге, я вообще люблю косметику, и люблю получать от нее удовольствие. И вот такой крем для ног заказала, с авокадо, я люблю этот крем, я его выделяю из многих, мне нравится тем, что он не только хорошо питает, это ночной, а я кремы на ноги наношу именно ночью. Он молниеносно впитывается, буквально несколько секунд, и все. И настолько хорошо ухаживает за кожей ног. Я, в общем, его люблю, и тут большой объем. В общем, буду пользоваться, чувствую, очень и очень долго. И с удовольствием. И если вас заинтересовало, что у меня за маникюр, с помощью какого лака я его делала, это Giordani 32821 коралловый. Так и называется, коралл. На этом все. Если вы хотите приобретать себе косметику со скидкой 20%, вы можете еще участвовать в дополнительных акциях, ведь приятно вот такие вещи в подарок получать, то пишите в боксике под видео, там есть ссылочка, я обязательно вам помогу зарегистрироваться, ну и вообще будем больше общаться, уже индивидуально, это всегда приятно. Чуть не забыла показать. В прошлом каталоге в конце была акция при заказе на 75 баллов. Подарок можно было выбрать или фарфор, или кошельки. Ну, в общем, куча разных подарков было и возможностей. Я выбрала фарфоровые чашечки. Две чашки, два блюдца. И вот еще краску для волос брала. И я уже рыженькая, потому что, видите, я ее уже использовала. Краска отличная. И, кстати, я эксперимент проводила. Я осветляла волосы один раз. Свой естественный цвет. И красила после этого вот этой рыжей. Взялась отлично, намного лучше, чем у меня раньше она бралась. Такая я рыженькая теперь. А еще в конце прошлого каталога я заказывала вот такие продукты. Заказала еще одно средство для интимной гигиены. И чтобы у меня была баночка про запас и у дочечки. Это выбрала на розовой воде. Очень тоже нежная, мягкая. По акции активности выбрала вот такой наборчик. Очень долго делала выбор. Хотела взять и туалетную воду по The Secret. И этот наборчик, все-таки взяла его. Здесь 40 мл, фактор защиты 35, муссовая нежная текстура. И его, да, 40 мл, это больше, чем обыкновенно. Обыкновенно 30. Классная формула, очень легкий, в то же время хорошо выравнивает кожу. В общем, у многих очень любимчик большой. И вот такой бальзамчик для губ из серии Giordani Gold, тоже с фактором защиты, поэтому я его на лето и взяла с гиалуроновой кислотой. И у него розовый оттеночек. Сейчас на лето просто волшебно. Выскочить куда-то в магазин, чтобы не делать какие-то сложные макияжики, нанес... И уже губки розовенькие, красивенькие, свеженькие. Аки весенняя роза. Заказала также 4 специальных смягчающих средства. В нашей семье они любимчики. Мы их используем регулярно в большом количестве. Взяла, смягчает, заживляет. В общем, во всех местах можно мазать. Даже ожоги хорошо убирает. И даже на языке. Дочке заказала еще вот такой дезодорант. Себе я брала с таким же ароматом, но кремовый. Она захотела шариковый. 48 часов защиты.
и очень свежий, мягкий, нежный аромат. И по акции активности еще не заказала в этом каталоге продукт. Буду брать туалетную воду мужскую Giordani Gold. Пока что склонимся к ней. Благодарю, что были со мной. До новых встреч. Пока-пока.